Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как на устройстве Vivo V20 включить режим энергосбережения. Итак, открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз и выбираем пункт «Батарея». После чего выбираем режим энергосбережения и нажимаем «Включить». Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.